ЕГЭ по русскому языку в Краснодарском крае написали более 23,5 тысяч выпускников. Во всех городах и районах края открыты 133 пункта проведения на базе школ. Это самый массовый предмет, который сдавали и славянские выпускники. В этот день экзамен сдавали и 450 славянских выпускников текущего года. Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11 класс. Один из пунктов проведения экзаменов был расположен в первом лицее. Сюда собрались выпускники со всего города и района. Перед школой шумно, есть возможность пообщаться, повторить материал или просто поделиться новостями, потому что уже в здании ребята сосредотачиваются на экзамене. Настроение хорошее, экзамен важный, потому что мы живем в России, мы разговариваем на русском языке. Мы не волнуемся, у нас был прекрасный учитель Диана Александровна, мы с ней готовились, все темы прорешали, все задания, все из правила выучили. Идем, думаем, что сдадим на большие баллы высокие. Я собираюсь поступать в педагогический университет, чтобы потом помогать детям также сдавать экзамены и поступать в вуз их мечты. Сегодняшние выпускники твердо знают, без успешной сдачи единого государственного экзамена с приличным баллом шансы поступить в хороший вуз и получить достойное образование невелики. Объективная оценка знаний открывает перед молодыми людьми возможности для отличного жизненного старта. Волнуются ли они перед важным экзаменом? Скорее нет, потому что они уверены в своих силах. Самое главное – быть уверенным в себе, в своих силах. И, конечно же, в знаниях, которые нам дала наша классная руководительница по совместительству и преподаватель по русскому языку Песова Алла Васильевна, школа номер 48, станица Черноярковской. Она посвятила нам очень много времени на подготовку, которая длилась в течение 2 лет. И, конечно же, благодаря этой подготовке наше будущее сейчас в наших руках. Для того, чтобы во время проведения экзаменов не возникло никаких проблем, нужно серьезно подготовиться. Конечно, все усилия были не напрасными. И в первом лицее все готово к проведению единого государственного экзамена по русскому языку. 166 человек выпускников заявлены на сдачу русского языка. Это учащиеся 12, 18, 16, 19, 43, 48 школ. Мы их ждем. Вся школа подготовлена, аудитории, штаб, все проверено, чтобы не нарушалась безопасность, созданы все условия. Естественно, ведется видеонаблюдение. Выпускники могут с уверенностью сказать, что для них будут созданы все благоприятные условия. Организаторы сейчас проходят инструктаж, руководитель ППЕ проводит. Особое внимание при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации уделено требованиям безопасности. Отвечаю за измерение температуры, слежу, чтобы выпускники не проносили всякие запрещенные вещи с собой. Конечно, пожелаем удачи, чтобы успешно сдали они этот экзамен, и все у них было в дальнейшем хорошо. Входы в пункт проведения экзаменов оснащены металлоискателями и бесконтактными термометрами. Все аудитории оборудованы системами онлайн-видеотрансляции, рециркуляторами и сплит-системами. Словом, сделано все, чтобы выпускники работали спокойно, в комфортных условиях, чтобы они получили достойные результаты. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут нужны при поступлении в ВУЗ на любую специальность. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».